Здорово-здорово всем, и это игра 60 секунд. Я надеюсь, вы ее ждали, если это так, то ставьте лайкосик, и, в общем-то, сегодня мы играем в обычном любимом вашем режиме. В режиме выживания апокалипсис. Ребят, я уже уяснил для себя еще несколько новых лайфхаков. Оказалось, что дочку, наоборот, нужно брать, потому что она может мутировать, как мне сказали, и, в общем-то, после мутации жить практически вечно. Ну, в смысле, там, ходить на разведку и так далее. В общем, у меня план таков, сделать как можно больше дней и полетели. Выбираем режим классика, выбираем режим апокалипсис и, в общем-то, начать. Полетели. Сейчас главное найти нужные нам, ну, припасы и так далее. Еда, вода, и хочу взять аптечку. Так, сразу видим аптечка тут, аптечка так, аптечка там, окей. Хорошо, ребят, я понял. Сразу беру вот эти две штучки, да, и беру аптечку, и сразу же бегу, это все выкидываю, потом уже семью и так далее. Так, раз, два, быстро-быстро-быстро побежали, аптечку взяли, хорош. Так, ребят, нужно делать все быстро и делать все правильно. Так, пацан, пацана сразу же кидаем, потому что он рядом, берем маску, берем вот это, срочно выкидываем, так... наша, получается, дочка, которая может мутировать, которая нам пригодится по любасу. Так. Радио. Не знаю, зачем, но я его возьму. Вода. Еще вода. И еще вода. Хорош. Теперь побежали, выкинем это все и заберем. Нам нужно уже пора, ребят, забирать остальных наших жителей. А кто у нас остальной? Я забыла. Где жена, ребят? Кто шарит? Где жена? Я не знаю, где жена. Подождите. А где жена? Стоп. Жена! Жена! Жена, вы где? Вижу. Побежали. Жена, хорош. Ой. Время, кидай. Отлично, вроде бы ребята успели. На самом деле, я не помню, взял ли я воды много, так как я что-то вообще воду не припоминаю. И чувствую, что по этой причине у нас будут небольшие проблемы. Блин, ребят, реально, я, походу, взял мало воды. Черт. День... первый. Так, смотрим, что у нас вообще имеется. Мы взяли чемодан, взяли радио, ружье. Откуда у нас ружье? Я не брал его, наверное, тут лежало. Противогаз, замок, аптечка. Кстати, неужто я столько всего взял? Подождите. Так, тут был замок, тут было ружье, и, ребят, смотрим, что мы набрали. Нифига себе, ребят! Вот это, я считаю, улов. Вот это мы взяли. Чувствую, проживем довольно много. Так что предлагаю уже начинать. Как мне сказали, что в самом начале, ну, как бы мне посоветовали, можно даже, если они хотят пить или есть, не поить и не кормить. А, так как они еще выдержат. Нужно поить и кормить тогда, когда у них уже прям, ну, все хреново на самом деле. Так что будем ждать. Так, это все мы пропускаем. Первые дни они такие себе, обычные, ничего там сложного нет, так что погнали, идем дальше. Ребят, раз уж нам сказали, что Мэри Джейн можно заразить, собственно, нашу дочку, так что гоу, попробуем ее отправить прям в первый день поход. Окей. Кажется, мы не одни, с нами большой волосатый кролик-монстр. Горилла, небось, горилла? Похоже, он прячется в наших трубах. Он высовывает голову и пялится на суп. Мой суп. Мы не можем допустить, чтобы он добрался до него. Нельзя, чтобы он тут находился, пока мы спим. Предлагаю убить эту гориллу, просто грохнуть ее и, в общем, доглянем, что из этого выйдет. День третий. Надеюсь, с ней будет все хорошо, с нашей Мэри Джейн. Как видите, оружие мы сломали. Блин, наша винтовка взорвалась, пока мы пытались выстрелить в эту тварь. Но зато, ребята, мы спасли запасы, если бы не это, то, возможно, у нас бы что-нибудь украли. Ребят, просто прикольно, неожиданно оказалось, что мы взяли много воды и еды, а мне казалось, что я что-то нифига не взял. Так, гоу пойдет. Слушайте, а гоу с противогазом? Противогаз, нормальная тема. Погнали, реально, с противогазом. Думаю, она справится, я в нее очень сильно верю. Ну, не зря же ее отправляю в поход. Так, день четвертый. Нажимаем на книжечку и смотрим. Мэри Джейн вышла наружу. Давайте надеяться, что она скоро вернется. Окей, нужно, ребят, срочно дать попить Тимми, иначе он реально грохнется, умрет, вообще тю-тю. Так, Тимми воды, потом доллар с воды. И, в общем-то, Теда тоже воды. Короче, я понял, я их довел прям до... не знаю до чего, им уже очень хочется пить, но я так и знал. Я знал, что это все так и будет. Так что мы дали им попить, и теперь они, надеюсь, будут в порядке. День 5. Окей, что у нас там?
Ничего нового о Тиме, в общем, Долорес вроде бы хорошо, и Тед ни на что не жалуется, ни на что не беспокоится. Так что, ребят, нормально, с этим все неплохо. Под землей сложно не потеряться во времени. Мы уже не знаем, день это или ночь, и не можем нормально спать. А эти ужасные лампочки только усугубляют наше положение. Жаль, что мы не можем их поменять, но должно же быть что-то, что может это сделать. Ребят, на самом деле, что можно сделать? Я не знаю, вот аптечка... Блин, при чем тут аптечка и лампочка? Я думаю, аптечка нам совершенно, ну, никак не поможет с этим делом, так что ее лучше не трогать. Смотрим дальше. Тимми в хорошем состоянии. Был 5 минут назад. 5 минут назад. Тимми был в хорошем состоянии 5 минут назад. Доллар сильно устал, этот устал. Я понял, ну, ребят, вы устали, но против этого я как бы... Ну, ничего сделать не могу, чтобы вам помочь. Ситуация только усугубится, потому что, во-первых, у меня нет аптечки. Хоть нет, аптечка есть, но а что мне с ней делать? Так, смотрим. Так, Тимми вода. Так, доллар с воды. И Теду еды. Ребята, короче, Тед даем все. Я забыл, ребят, я уже забыл, подождите. Получается, Тимми вода, доллар с вода. Все, понял, этим по воде, а тому и то, что-то сильное у нас... А, так, наша горячо любимая радиостанция, увы, прекратила вещание. Мы пытались поймать другую волну, но безуспешно. Неужели других станций больше нет? Возможно, мы должны подремонтировать наше радио, чтобы оно могло ловить более дальний сигнал. Предлагаю реально его отремонтировать, может быть, это нам как-нибудь поможет. Я уверен, что это как-нибудь точно поможет, так что гоу, постараемся его настроить. Мы сломали, вы серьезно? Найс. Ни хреново так. Что ж, все прошло не так гладко, как хотелось бы, и мы сломали это дурацкое радио. Трудно идти в ногу с новыми технологиями. Да кому вообще это радио нужно? Оно было нужно вам, ребят. Вы взяли и сломали. Вот как так можно жить? Я, главное, вам доверился, а вы взяли и сломали. Эх, не люди вы, а, ребят. Так, Тимми должен есть. В общем, да, Тимми еды, и, в общем-то, все. Пока у всех все более-менее в порядке. Ждем, когда вернется наша дочка, так как она уже должна очень скоро вернуться. Я на это надеюсь, ребят. День 9, она вернулась. Мне показалось вначале, что она была без глаз. Вот реально так вот показалось. Ладно, забыли. Смотрим, нам принесли маску, как видите, она вернулась с ней. Вроде бы ничего с ней не произошло. Две воды. И, ребят, неплохо. Я думаю, две воды — это нормальная тема. Точно, ну, как бы... Не помешает. Так, Мэри Джейн голод. Долларс есть. Окей, Долларс у нас ест. Мэри Джейн голод. Все, их кормим и все. Похоже, что на поверхности все еще царит радиация. Как видите, блин, ребят, ну пока отправлять, я думаю, нет смысла, пока все более-менее хорошо, у нас запасов хватает, и отправлять, я думаю, большого гигантского смысла с этого нету. Так что, ребят, делать мы этого не будем. День 10. Так, Тимми предпочитает... А, короче, Тимми нужна вода. Долларс нужно есть воды. Так, вот так вот вроде бы. Вот так вот. Я вот, если я не путаю, вот... Сейчас, это у нас кто? Это кто? Как ее зовут? А, понял. Вот так, вроде бы вот так. Если я ничего не путаю, нужно вот расставлять примерно вот так, так как я немного забываю, путаюсь и так далее. Как видите, никто наружу идти не хочет, вообще просто слабаки. Ну и да ладно, фиг с ними как-то. Как-то сами разберемся. День 11. Ой, что-то с ней уже не так, она уже прям этот, того. Так, окей, это все хорошо, Тимми, все хорошо, Долларс, в общем, все хорошо. И, в общем, нормально. Я зеваю немного, но да ладно. Как видите, никто не хочет идти наверх, реально очень странно, но да ладно. И смотрим, что же она тут. Опять же, выбрать мы ничего не можем, потому что у нас все поломано, или же что-то мы не взяли. Так, что вот такая вот ситуация. День 12. Смотрим, что же у нас там. Мы решили не рисковать и не проверять, что за чудовище пряталось в темноте. Мы закрыли дверь, как сделать... А, как сделали бы на нашем месте все нормальные люди. Ну да, на следующее утро существа уже не было. Неплохо. Так, Мэри Джейн хочет попить и поесть. Мэри Джейн, я немножко путаюсь, блин, это вроде бы она, да, вот эта вот Мэри Джейн? А, это вот, это черная девушка. Ну, черная, я имею в виду брюнетка. Брюнетка. Неважно, вообще пофигу. Так, вот так вот. Вот так вот мы делаем, получается, Тимми поехала крыша, но как бы против крыши я ничего сделать не могу. Крыша, то понятно. О, братишка! Сейчас покажу, офигеть, так. Так, это все нормально. Тед, все, ребят, идеальненько. Короче, вот сейчас вот просто офигеть, гляньте на этого чувака, просто гляньте на него. Вот видите вот этого чувака? Это просто, когда ты под банкой супа, серьезно. Нифигово так, гляньте. Адекват, это, ребят, дайте даже скриншот сделаю для превьюшечки.
Так, кстати, хочу сделать превью. Так, так, мне нужно так вот принт-скрин. Где у меня? Вот, все, поставил. Не, нормас такой, адекват. И еще этот. Это собачка, это наш блинчик. Это наш блинчик, я понял. Так, Тимми очень голоден. Тимми хочет пить, и он голоден. Я понял, Тимми пить, и Тимми голоден. Так, Тимми пить, Тимми голоден. Хорош. Так, и теперь дальше. Долларс вода. Блин, ребят, что все хотят... Все, так, Тед, еда и вода, долларс вода. Нифигово, ребят. Я путаюсь, блин, это долларс или кто? Вот, да, долларс это вот это, я понял. Все, да, нормально, значит, мы сделали все правильно. Так как я немножко путаюсь, бывает, ребят, и со всеми, короче, бывает. Так, это у нас уже какой? Это у нас уже 14-й день, ребят, уже неплохо так прожили, уже полмесяца просуществовали. Это у нас наскальные рисуночки, и, ребят, мне писали про блинчика в комментариях, что типа это собачка. Вы слышите, да? Я нажимаю, она гавкает. Я ее не вижу, ребят. В чем прикол, в чем проблема, она что невидимая или что с ней? Напишите в комментах, я обязательно все прочитаю. Так, что вот как ее возродить, может, можно ли что-то с этим сделать, я не знаю. Короче, хз. Так, окей. Долларс нужно поесть. Теду. Порядки, короче, долларс должна поесть. Так, нужно раз и навсегда запомнить. Это долларс? Это долларс. Как же это запомнить, ребят? Я не знаю, как это запомнить? Я путаюсь, капец. Ладно. Во имя свободы откройте, ребят. Окей, давайте откроем и проверим, что же они нам там принесли, либо же заберут что-то. Короче, давайте проверим. День 15. Этот скриншот, ребят, мне даже больше понравится. Глянь, он просто тупо не в адеквате. С ним что-то не так, заметьте. Так, плюс один топор. И, в общем-то, нормально. Так, Тед ни на что не жалуется. В общем, ребят, все хорошо, у них все шикарно. Так, пацан, состояние Тима не мешает доверие, но он готов рискнуть. Так, он готов рискнуть, предлагаю не рисковать нашим чуваком. Лучше давайте отправим нашу дочку, когда она будет в адеквате, чтобы она заразилась. Я не знаю, как бы это нам что дает, но говорят, что если заразить ее нормальненько так, то она может просто бесконечно ходить наружу. Ребят, вопрос только один, почему я зеваю? Я сижу и зеваю, какого хрена? Так, ладно. Тиме нужна вода. Долларс вода, и, короче, ребят, все хотят пить. Тимми, Долларс Тед, так, получится, Тимми. Долларс, так, это Долларс, да? Это Долларс, по любасу, тупо. Да, я все, я запомнил, ребят, я наконец-то запомнил. Нифигово так. Я хочу отправить именно Мэри Джейн. Принимая во внимание, что мы живем в изолированном противоядерном убежище, нас слишком часто беспокоит с самого утра. Утро. Нам не дают спать какие-то непонятные звуки. Похоже, они доносятся из-под пола. Из-под пола или под пол. Короче, из-под пола. И чисто случайно мы только что заметили люк, по которому можно слезть вниз и посмотреть, что там происходит. Берем топор, ребят, если что, ломаем голову, просто топорчиком в глаз, и все. День 17. Ребят, карту нашли, и воды, нифига воды мы нашли, стоп. Так, смотрите, карта... А, стоп, вода, наверное, была, да? Да, наверное, вода была, я что-то я путаю, но что-то воды стало гораздо больше, мне кажется, нет? Вам не кажется? Мне кажется, что реально стало гораздо больше. Вопрос, ребят, что можно сделать с помощью карты? Я зеваю. Прикиньте, вот до этого не пилил видео, все было хорошо. Начал пилить видео, зеваю, капец, нон-стопом. Окей, что делать с картой, а? Кто-то мне скажет? Гоу-меточку поставим примерно сюда, не знаю, что это нам дает, но я поставлю примерно сюда. Так, Так, у Тимми все хорошо, все вроде бы. Как, он немножко псих, но, ребят, все нормально. Ребят, у всех все хорошо, только у нас Тимми немного... Стоп, а что с ней? Что она перечеркнутая? Подождите, а куда она делась? Она же была тут, вам не кажется? Подождите, она была тут. Куда она пропала? Подождите. Когда Мэри Джейн... Она от жажды умела быть, серьезно? Вы серьезно? Какого хрена? Я ж поил всех, вы. Алло. Да ладно. Она погибла от жажды, вы серьезно? Подождите еще раз, надо дочитать. Лол. Ё-моё. Ребят, она ушла, она вернется или нет? Мне кажется, она не вернется. Или вернется, ребят, я не знаю, но... Давайте, может посмотрим, кого нападать, всех напою. Что-то я сейчас в офиге. Вроде всех поил, кормил, они тут все умирать собрались, я в офиге. Главное, все было нормально, она типа взяла и ушла от нас. Типа мы их не поили. Нормально, короче. Ребят, все же было нормально, я в шоке. Они все какие-то психами стали. Алло, ребят, друзья, что с вами не так? Было все шикарно, а? И лол, жесть. Так, у всех все хорошо. Тед голоден, у него урчит живот. И он сошел с ума. Окей. Кормим. Ребят, я не знаю, в чем проблема. Почему я зеваю? Я весь видос. Капец. Все знают, что спичка не игрушка. Так.
Это у нас понятно, нельзя терять ни секунды, нам нужно его потушить и спадать наши запасы. Предлагаю сходить сразу в аптечку, потому что у нас как бы и всего этого имеется на наличии только аптечка, давайте именно ее и заюзаем. Блин, жалко нашу дочку. Как знал, что ее брать не нужно. Как писали, берите, так как она много ест. Походу, ребята, и много пьет. Тимми голоден, Тед пытается это скрывать, но очевидно, что у него большие проблемы. Окей, ребят, предлагаю тогда... Кого накормить? Предлагаю накормить Тимми, да. Тимми кормим. Ребят, это не дело, это не дело. Походу, эта игра типа затягивает, не знаю, спать что ли, хз. Так, это у нас понятно, звук звонящего телефона, но вдруг она раздалась откуда-то с поверхности, мы решили что-то звонить телефону в будке через дорогу, кажется. А, может, мы должны поднять трубку. Ребят, предлагаю, мы должны поднять трубку, гоу. А, отпусти нашего пацанчика, он немножко псих, но может быть околебетается, может быть там голова, надеюсь, не ударится никуда. Ребят, он до сих пор псих, а? Он до сих пор псих, только теперь грязный псих. Ну, серьезно. Вот как так можно жить? С этим чуваком в одной комнате находиться, это какой-то реально... Это какая-то жесть. Так, вернулся, неплохо. Ой, ребят, минус... В смысле, почему? Во время завтрака мы обнаружили, что часть наших запасов пропала. По старой привычке мы уже решили свалить вину на коммунистов. Но вскоре поняли, что на самом деле виновен в этом Тимми. Тимми, коммунист, братишка. Похоже, у него началась настоящая паранойя. Тимми все время бормочет что-то о том, что мы хотим заморочить его голодом. А, заморить. И смотрит на нас враждебно. Ребят, в чем прикол? Я всех же вас кормил, окей. Тимми, держи еды, без проблем, ешь, братишка. Долларс хочет пить, Голдорс хочет есть. Пейте, ешьте. А, Тед, окей, вода, все, ребят, шикарно, я доволен. Ну, все должно быть хорошо. Предлагаю отправить, короче, именно пацана. На самом деле он не в адеквате, тогда давайте отправим лучше нашу жену, Долларс. Может быть, хотя бы она как-нибудь выживет. Но, конечно, я в шоке, как с дочки, она, вот как она могла умереть. Может, я реально что-то пропустил. Наш город всегда был дружелюбным. Я начинаю читать текст, мне хочется зевать, ядрить. Дружелюбным и эксцентричным, даже до нападения бомбы. Одним из местных чудаков был старик Джимми. А, Джим, который иногда проходил здесь, похрамывая. Как оказалось, он жив и все так же бездомен. Есть вещи, которые остаются неизменными. Очевидно, ему не хватает так же, как и нам его. Вот уже несколько часов он стучит в дверь нашего убежища и спрашивает, хотим ли мы купить камень? Вы серьезно? И за что я должен покупать ваш камень? За воду, что ли? Вода? Воду не отдам, подожди. Где моя еда? Ты чё, старый? Подождите. Мы открыли дверь и улыбнулись старику. Он с большим энтузиазмом начал показывать нам свой богатый ассортимент камней и убеждал взять один подарок на память. Мы согласились, выбрали самый красивый камень и попрощались. Придраться нам к нечему. Придраться нам не к чему. Это действительно хороший камень. Джимми сказал, что он принесет нам удачу. Ну что ж, посмотрим. Так, минус еда. Нормальная тема. Сегодня мы поймали его с поличным, когда он жадно поглощал наши запасы. Кто? Долларс. Я в шоке, вы что, все психи, что ли? Это какая-то просто псих-семейка, я в офиге, реально, понимаете, они просто все психи. Они что-то там делают, не знаю, о, жесть. Дать нахуй, дать, блин, дать что-то сделать, учите. Кого нужно кормить, я что-то пропускаю, подождите. Так, секундочку, Тимми очень голоден. Тимми, братишка, кушай, главное, не становись психом. Так, наружу нужно выйти, размяться, предлагаю отправить именно вот эту вот женщину с топором. Пусть идет и что-нибудь нам добудет. Они все психи, гляньте на них, мне страшно находиться. Они не в адеквате, серьезно. Ну гляньте на это, что с ними, алло? Алло! Капец, этот с носком играется, этот вообще на голову банку одел. Мне страшно, серьезно. Окей. Тед совсем та, я понял, что вы все плохи, я понимаю так. Окей, нажимаем дальше. И, в общем-то, когда Тимми вернулся в убежище, он выглядел нормально, но, как оказалось, поцарапал себе руку каким-то куском ржавого металла. Похоже, рана инфицирована, он не заживает, нам нужно ее обработать. Окей, аптечка, братишка, используй, и надеюсь, что эта аптечка поможет тебе выздороветь, так как ты немножко псих, и нужно как-то держаться. Тимми, брат, живи. День 24. Да, ребят, аптечку мы использовали, это реально не зря. Надеюсь, этот камень нам принесет еще какую-нибудь удачу. Так как вот сейчас удача нас не преследует. Так, нам нужно Тимми дать воду. Теду тоже воду. Так, Тимми, Тед, вода. Держите, друзья, пейте, ешьте, что хотите, делайте. Главное, живите как можно дольше и как можно лучше. День 25. Нифигово так. Тимми совсем на себя не похож, мы за него очень волнуемся. Тед голоден. Окей, Тед, ешь, братишка. А вот с Тимми делать что, я не знаю. Они, ребят, все психи, с ними адекватно, так сказать, не поговоришь, ничего не сделаешь, они просто не в себе.
Так, смотрим дальше. Сделал это, вело нас в ступор. Во время обеда он вдруг подскочил и начал драться с вещателем на стене противогазом. Братишка, ты чё? Алё, того что ли? Мало того, он еще и оскорблял бедный предмет. Противогаз, ты чмо, эй, лошок, эй, ком-ком, давай, иди сюда. Видимо, ему показалось, что эта маска кровожадный убийца, который хочет украсть нашу еду. Хотя нас и впечатлил его хук справа. Готовность защитить семью, он обычно не прибегает к насилию, но и такое поведение нас обеспокоило. К тому же, противогаз сильно поврежден. Ну, конечно, ты его, блин, побил. Хук ударил просто, вообще псих. Тед ему показал, кто здесь главный. Просто, ребят, мне с ними страшно находиться. Реально страшно, жесть. Окей, ребят, нормально, в общем, все хорошо. Так, Тед пытается это скрывать, но очевидно, что у него большие проблемы. Он слишком часто и подолгу беседует со своей куклой из носка. Брат. Я тебя, давай, вот я тебя напою, может тебе вода тебе поможет, я не знаю, может что-нибудь тебе реально поможет, потому что ты, братишка, реальный псих, ты просто не в адеквате. С тобой что-то не так, Тед. Живи. День 27. Нормальная тема. Так, сейчас сделаю тут вот тоже скриншот, так как я хочу выбрать что-то самое прикольное для превью, самое интересное. Так, нужно Тиме дать попить, потому что он сейчас умрет. Пусть пьет, сынок наш. Так, Тед необычно ведет себя, в принципе, ясно, в своем мерке, братишка, это понятно. Идем дальше. Слушайте, интересно, вернется ли наша Мэри Джейн, или Мэри Джейн ее же зовут, да, вроде бы? Короче, вы поняли, кто, вот эта вот женщина, которая ушла. Так, Тимми должен поесть, блин, ну, ребят, сейчас Тед умрет, реально, он сейчас просто возьмет и умрет, он уже борется с своими какими-то демонами, понимаете, просто, он псих. Демоны, какой-то внутренний мир, капец. Это жесть, ребята, это жесть. Вот просто я чувствую, что он скоро просто того тютю. Тимми просто сидит и смотрит в потолок. С ним все в порядке, может немножко с ним поговорим? Давайте с ним поговорим, потому что иначе он реально свихнется и тютю того, все минус Тимми. День 29. Он выздоровел! Да, брат! Так... Даже несколько хороших слов достаточно, чтобы поднять кому-то настроение. Тимми чувствует тебя намного лучше. Ура, Тимми вылечился. Круто, ребят. Вот это, ребят, да, вот это хорошо. Я считаю, это нормально. Наконец-то мы его вылечили хотя бы разговорочком, потому что другого варианта я как бы не видел. Тед, надеюсь, ты тоже скоро вылечишься, в тебя реально верю и чувствую, что Мэри Джейн не придет, потому что что-то вот долго ее нету, отсутствует очень долго. Так, нельзя отправлять Тимми так долго без воды. Я зеваю. Как вам такая инфа? Нормально, да? Так, Тимми, пей. Наружу, давайте так, посмотрим, что тут написали. Сегодня мы нашли письмо, написанное другим выжившим. Они утверждают, что у них добрые намерения, они хотят познакомиться поближе. Они просят выбрать одного человека для встречи с ними сегодня вечером. Представитель должен прийти без оружия. Мы немного побоимся. Но может это и вправду добрые люди. Пойдем навстречу. Предлагаю отправить нашего Тимми навстречу, потому что как бы Тед, он неадекват, и вот сейчас нам грохнут, потому что он псих. А вот Тимми, возможно, в адеквате. Окей, смотрим. Встреча была организована близнецами, братом и сестрой, которые взяли себе за цель найти среди руин города всех порядочных и вызывающих доверие людей. Их намерения показались нам искренними, и мы с удовольствием встретимся с ними снова. Они сказали, что знают, где нас искать, и что свяжутся с нами, если им понадобится наша помощь. Ну, в принципе, неплохо, неплохо, все нормально. Так, Тед Гол, давайте покормим Теда, пока он не умер от... Блин, ребят, все, ребят, плохо. Предлагаю отправить тогда быстренько Тимми поход, пока Тимми идет поход, надеюсь, Тед будет выживать без еды, потому что как-то еды нету, это плохо, но, возможно, Тимми успеет вернуться до того, как Тед у нас полностью умрет. Так, Тед Голден, я понимаю. Так, Тимми в поход, сразу же погнал. Тимми, пойдешь ты у нас с карты, именно с карты. Возможно, по карте будешь ориентироваться и искать что-то там, ну, интересное. День 33. Смотрим дальше. Ну, Тед, я понял, что ты голоден. Братишка, живи. Главное, Тед, держись. Вот, держись, и все будет хорошо. Носок в помощь. Ты с ним разговаривай, там, сказки ему рассказывай. Играйся там, носок ты, и там, вообще просто нормальная тема, но главное, держись. Блин, так, попить дадим. На днях мы услышали тихий стук в дверь, а когда вышли наружу, то увидели какой-то чемодан. А, только чемодан, лежащий на пороге. На нем ничего не написано, но кажется, он предназначен нам. Посмотрим, что внутри. Давайте, ребят, глянем, так как, ну, знаете,
Возможно, там еда, которая нам так сильно нужна. Надеюсь, там что-то реально нужное нам. О, ясно. Еще и болеешь, брат, братишка, братан. Держись, просто держись, я в тебя реально верю, давай. Ребят, он сейчас умрет. Он сейчас реально умрет. Походу, все. И вот, походу, наш конец, ребят. Тед умер, наверное, да? Да, конец. Как я и знал, я так и сдал, понимаете, он сдох. Просто Тед, не знаю, в чем проблема, ведь у нас была еда, была и вода, было много чего интересного, ребят. А вы, прежде чем поставить дизлайк за какие-то мои ошибки, просто напишите об этом в комментариях, и в ближайшем видео, точнее, вот в следующем видео по этой игре, эти ошибочки я исправлю. Так вот, ребят, пишите комментарии, ставьте обязательно лайки и только лайки. Подписывайтесь на мой канал, и с вами был я, Руя. Всем пока и удачки!